Раньше в этом центре могли получать визы только люди, часто путешествующие. Теперь же подать документы смогут все граждане Украины, даже ни разу не выезжавшие за границу. Принимают анкеты, проверяют анкетов, потом отправляют анкеты в Киев. Но без рекомендаций, без ничего, они просто как бы проверяют, это все как бы выполнено, это все документы есть. И потом посольство в Киеве решает без собеседования. Это очень важно. Чтобы оформить визу, необходимо иметь при себе паспорт, фотографии, а также справки с места работы. Перечень документов зависит от цели поездки, рассказывает сотрудник учреждения. Очень важно, чтобы вы понимали, что документы нужно подавать в полном объеме. Визовые менеджеры не выносят решения по визовым заявкам и требуется полный пакет документов. Список документов подается тот, который вы подаете. Оформление визы займет до 10 дней. Стоимость услуги 20 евро. Оплатить ее можно на месте. Здесь сегодня касса в одном месте. Все вопросы решаются, не выходя с этого здания. И третье, не надо ездить, самое главное, не надо ездить на консультации, на собеседование в посольство Германии. Такой центр в Украине четвертый. Подобные уже существуют в Киеве, Львове и Одессе. Инга Лапикова, Василий Дмитриев, «Панорама».